Вот это вот. Ну, забор, правда, вот это вот последнее. 6 числа, ли? Вот то, что вот, видите, кирпичом заделано посередине. Это предпоследнее. Это где-то 2-3 недели назад пролетел. Вот это вот парк, но туда ходить нельзя. А там есть мины, которые не взорвались. Все полностью, вот этот вот кусок обстрелян, видите, там и пожар, и дырки в стене, вот видите, с этого. А с этой стороны, вот этот дом, который тут, с этой стороны, он тоже очень жесткий, вообще ужас. А что бояться? Надо бояться Аллаха, а то, что вот это все как мусор, поэтому. Приходят, ну, не каждый день. Есть у мусульман пятничная молитва, знаете, ну, в пятницу. Вот в пятницу 10-12 человек приходит. Несмотря, ну, вот целый год война уже идет, и целый год мы ни одной пятницы не пропустили, всегда приходят. Ну, перед войной человек 300 было в день. Ну, вот в пятницу. В течение дня, вот в обычные дни люди приходили, а сейчас только в пятницу. Ну, иногда вот по будням наши, я, еще ребята, которые местные. И оттуда, отсюда, вот это вот самое первое попадание.